Ребятки, всем привет! Ходил в Яндекс Маркет доставку. Приехал мне вентилятор Big White. Доставили за 4 дня в такой коробочке, короче. И внутри вот такая коробочка. Так, это мы убираем. Big White. Какой-то Pure Rock Slim 2. Ну, короче, будь тише называется. Давайте посмотрим, что у нас тут внутри. Так, отпечатано, конечно, тут интересно. Вот это мы. А, все, я понял, как надо делать. Выкладываем. Силикагель. Это открываем. А, все, я понял. Вот так. Прокладочки. Инструкцион. Так, инструкция. Целый баннер. Ну все, не буду раскрывать. Тут еще вот так. Так, ну что, меня вот интересует, конечно, больше сам этот радиатор. Вентилятор в комплекте, 4 пина. Может регулировать обороты. Максимальная 2000 оборотов. Ну, где-то я видел, что там 2200. Ну, и сам радиатор, смотрите. Ну, такой толстенький. Вот именно не помнется. У меня от, не помню, там, Cooler Master или что-то такое. Вообще, еле-еле трогаешь, уже все загибается. Да, сидит, будь здоров. Так, вот тут уже у нас термопаста нанесена. Но мы ее потом будем удалять, другую нанесем. И тут вот такие как зажимы. Ну, мощненький такой, хочу сказать. Три трубочки тепловые. Так, и по креплению. Ну, крепление фуфлыжное. Такие вот защелки, как на интеловском. Ну, вообще, вот это мне не нравится. Тут какие-то отверстия. А вот они, винты вкручены. Прикручиваем их и устанавливаем. Ну, в общем, я рад. Я рад, он такой прям красивый, тяжеленький. Дома взвешу, потом покажу. Собрал вентилятор. Вот так выглядит в сборе. Ну, выглядит прикольно. Не знаю, мне нравится. По сравнению с моим. Я не помню, или Deepcool, или Aerocool какой-то. Ну, он меньше намного, и там вентилятор. А вот мы тут для сравнения от Intel, родной боксовский. Ну вот, по размерам смотрите. Вот Intel. А вот Big White. Ну, не знаю. Меня, в принципе, должен устроить. Ну, если не устроит, я его, короче, потом дочке отдам. Со старым компом. А себе возьму на 4 трубки тогда больше за 3 косаря. Ну, вот такая вот штучка. И вот эти крепления, они у нас вот сюда потом прикрутятся. Ну, я попробую, кстати, на тот родное крепление, которое от, ну, которое у меня стоит, попробую. Там вот такие защелки тоже, по идее, должно зацепиться.